чем, блядь, сегодня, короче, мы едем вот такую гречку. Вот моя гречка. С бразильским хлебом, как всегда. Капуста. Квашеная. Неделю ем, да есть не могу. Сырок тоже. Гречка обалденная, с тушенкой. Ой, и капуста тоже обалденная. А же берем, короче, хлеб. Тут у меня рассол из капусты с маслицом. Макаем в этот рассол. Оля. На паузу поставьте. Сколько там? Очень вкусная гречка, видите, у меня тут сметанка положена. Слава богу, капусту доела свою. Но кому не нравится, можете не смотреть. И гадости не писать. Про свою кастрюлю. Ну. Вот так вот. Но я сейчас буду продолжать есть. Но вы ждите. Сейчас еще кофе будем пить. Вот так. Пьем кофе, короче, вот с такой печенюшкой, типа сникерса. Гусаночка. А нравишь? Мы гречки поела. Вроде наелочку. Слава богу, капусту доела. Пойду к новой соседке за капустой. Вкусная пушенка. Поставим еще вот такие печеньки. Вафелька называется. Так-то его вот так ложат. Он кружка большая. Так не положится. Еще это не проживал, подождите. Кофе сегодня.
Мама, знаете, да, какие у меня кошки голодные? Ты что? Также вот эти печеньки вкусненькие, а эти тоже вкусненькие. Ну что я вам скажу. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, а колокольчик не забывайте, чтобы выходило новое видео вам. Всем пока-пока.